Всем привет! И сегодня мы готовим уху. Это все надо убрать. Вот. Уха у нас окунь. Какой ножик попался, таким мы разрезаем. Вот так вот, блин. Так. Ну вот тут, я думаю, нам пойдет плотвичка вот этот и окунь. Стоп, я посолю в кастрюльку, там, как там все дела. Просто у меня такая тема, вот эту тоже большую использовать. Ладно, сейчас посмотрим. Не, а чё нет-то, а? А чё нет? Пока пожаришь, пока туда-сюда. Нарезаем кубик. Кубик. Вкладываем. Жопки откладываем в натуре. Так, знаете, что я сейчас сделаю? Я снял пенку. Так, сейчас я пока положу соли, да, вот абсолютно вот сюда. Так, соль. Надо взять. Я обычно кладу чайную ложку. Мне чайной ложкой проще. Так, ага. Чайная ложка соли. Вот сюда. Вот так вот. Так. Дальше перчик. Я тут... О, лаврушка. Не попался лаврушка. Здесь открытая, нет? Есть. Молотый. Перчик, по-моему, сейчас перчика положу. Я всегда, я не скуплюсь на специи. А, вот, все, лаврушка. И мы выходим на прямой. Так, ложкой помешали. Заодно и ложку от соли отмыли, и это самое. Сейчас она тут покипит, мы ее сейчас на... Ух ты, ребята! Мы кое-что забыли. И сейчас мы выливаем сюда стопочку водочки. Поэтому уха будет без укропа. Но давайте выпьем за Евгения Викторовича. За вот этих рыб классных, которых он поймал. Вот. Ну, к сожалению, вот человек ездит на рыбалку. У него есть время. И это круто. У меня, к сожалению, нет времени, чтобы ездить на рыбалку. Вот поэтому, да, вот. Сейчас то одно, то другое. Ну, поэтому вот так вот. Но, тем не менее, он нам подарил такие счастливые мгновения. И мы выпьем за него.